Результаты будет объявлять Татьяна Дома. Дипломом награждается победитель городского танцевального шоу-конкурса «Универсальный артист танцы» в номинации «Лучший танцевальный коллектив» направление «Танцевальное шоу». Самодеятельный коллектив арабского танца «Шелковый путь», руководитель Любовь Малышева. Дипломом награждается танцевальная студия «Рио», руководитель Елена Нефедьева, Елена Ананина, победитель городского танцевального шоу-конкурса «Универсальный артист танцы» в номинации «Лучший танцевальный коллектив» направление «Современный танец». Дипломом награждается победитель городского танцевального шоу-конкурса «Универсальный артист танцы» в номинации «Лучший танцевальный квартет» направление «Народный танец» шоу-группа «Лолита». Дипломом награждается победитель городского танцевального шоу-конкурса «Универсальный артист танцы» в номинации «Лучший танцор» направление «Народный танец» Анастасия Тараненко. И дипломом гран-при награждается победитель городского танцевального шоу-конкурса «Универсальный артист танцы» Анастасия Баранникова. Талантливые. Продолжайте в том же духе. Давайте еще раз искупаем их в овации. Уже завтра, 29 апреля, Международный день танца. И все, и профессионалы, и любители, и те, кто танцует в одиночестве дома за закрытыми дверями, но те, кто душой и сердцем прикипели к этому прекрасному виду искусства. У всех завтра праздник. И мы всех-всех поздравляем, и тех, кто в зале, и тех, кто на сцене, и тех, кто сегодня выступал, и тех, кто сегодня жюри у нас были. Всех с нашим общим праздником танца.